Уже который год светлый праздник Крещения застает нашу команду на подготовительных сборах в Анталии. Утреннее купание в Средиземном море стало душевной традицией среди персонала и футболистов. А идейным вдохновителем купания из года в год выступает генеральный менеджер «Олимпика» Алексей Георгиевич Антонов. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в наших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаем вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согреет душу и сердце. Успехов во всех начинаниях. Пусть этот светлый день вас окружают родные, любимые и близкие люди, и ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом. Класс! Петрович, класс!